Осужденный Голубев Виктор Алексеевич, Голубев Владимир Алексеевич, Лукьянин Константин. Приговором суда признаны виновными в совершении преступлений Голубев Виктор Алексеевич, Голубев Владимир Алексеевич, Лукьянин Дмитрий Михайлович. Совершение преступлений предусмотрено пунктами А, Б, частью 2 статьи 171, частью 1 статьи 217, Голубев Виктор Алексеевич, кроме того, частью 1 статьи 222. И вам назначено наказание по совокупности преступлений Голубеву Виктору Алексеевичу в 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 75 тысяч рублей, Голубеву Владимиру Алексеевичу в 1 год 3 месяца лишения свободы со штрафом в размере 75 тысяч рублей, Лукьяненко Виктору Михайловичу в 1 год 2 месяца лишения свободы со штрафом в размере 70 тысяч рублей. Указанное наказание вам будет 20 в колонии поселения. Копия приговора вам будет вручена в понедельник. С этого дня у вас будет срок на обжалование 10 дней. Жалоба пишется на Новосибирского областного суда, подается через Бирский городской суд. Кроме того, вы вправе ознакомиться с протоколами судебного заседания. Для этого в течение 3 суток с момента провозглашения приговора вам необходимо подать заявление о желании ознакомиться с протоколом. И в установленный законом срок вы будете ознакомлены с протоколами. Срок и порядок обжалования приговора, порядок ознакомления с протоколами Голубеву Виктору Алексеевичу понятны? Присаживайтесь. Голубеву Владимиру Алексеевичу. Присаживайтесь. Понятно. Присаживайтесь. Судебное заседание закрыто. Отлично.